Всем привет! Щучий омут. Микрофоны, чтобы не закрыть. Короче, еду на Мариуполь. До друзей своих. Жека. Я про его канал уже рассказывал. Еще раз рассказываю. Ссылочку оставлю ниже. Заходите на его канал. Смотрите, подписывайтесь, если нравится. Если интересно. Подписывайтесь, кто не подписался, на мой канал Щучий Омут. Опять же, если вам интересно, если вы рыбак, да вообще, если вы любитель посмотреть такие видео, если мои видео вас устраивают. Сегодня еду в Мариуполь на водоем, мне незнакомый. Ну, хлопцы там рыбачат регулярно. Они там все знают, все умеют. Мне покажут, объяснят. Короче, что с этого получится, много вам тут басни рассказывать не буду. Что с этого получится, смотрите дальше. Уже встретимся на водоеме. Сейчас меня Жека перед Мариуполем на заправке встречает. И мы прям, я свою машину ставлю. И мы прям на его машине уже туда, на водоем. Будем пробовать ловить судака. Все, смотрим дальше. Trapped inside this spell. Now I feel it. Now I feel it. Your demons trap me close to you. Мы пациент. Вдвоем на классе. Она быстрее лучше шла. Не, он там задрачивал. Да нет, там окунек, наверное, просто хороший. А, подбагрился. Да. Или подбагрился, да. Не. Это у тебя вроде как раньше ленту заправлять надо. Я говорю, как вроде раньше ленту надо заправлять. Может, это трава, откуда я знаю? О! За жопу, да, да. Спасибо. А это самый, как жопали, Валя, далеко часы? Нет. Ну, не там, мужик. Да я гляну. Ну, снимай, что ты? Да я снимаю. Ты за ним шел, видел? Ну, оно всегда так, один берет, второй идет. Вань, будешь брать окуней? Конечно, нихуя себе, я кукан достал, блядь. Вот, братан, поймал мне окуня, сейчас, короче. Тебе, да? Будем солить, через час хавать. Не, будем коптить. Есть он, что-то маленький. Да, это как судачок. Что характерно, я даже на этот спиннинг почувствовал, прикинь, ударчик. А ты прикинь, когда большой упашет. Представляешь? Ну что, давай. Небольшой он есть. Подхват горит или нет? Или без подхвата? Или без подхвата. Какой нормальный? Полкилограмма. Yeah.
пускай. Да, блядь, как ну, окунь опять. Или окунь забагрил? Да, не, его забагрил. Ничего. Ничего, что? Все с этого и начинается. Один близко приехал. Валик разве поймёшь, блядь, есть. Да, есть, есть. Подумай, это он. Ты его забагрил. Да, крутится, смотри. Ты обогрел, знаешь. Ёлки, пара. Да не, вроде с ударом взял. Подумай. Ещё Чернобыль. Да. Кривой тоже, да? Чернобыль? Ну да. Ну, ещё Чернобыль тоже. О, молодец, у вас апартакило. Держи. Вкусный. Вкусный Чернобыль. А, покажи. Что там? Нормально, пушка лежит. В кофе только не урони его. То кофе в постель, блин, что я приготовил Иван Иванович. 585 грамм, блин. Добрал. Добрал? Угу. Ну вот видишь, как хорошо. Что, подхватывали? Это давай, я знаю. Или маленький? Да не такой. Это не хороший. Отлично, глянь. Подожди, стой. Тебе. Держи. Коренненький. Аккуратно. Аккуратно. Это уже, да, этот уже можно забирать. Паука. Этот уже хорошенький. Вот. Ну, покажи ко мне, Валик. У тебя карамелька, да, больше? Силикон. Лучше карамелька. Ну ничего, такой нормальный. Прокатит. Это тоже забирательный. Съедобный. Тоже, кстати. Небольшой. Так а что его тут сам? Тоже догонял, да? Ага. Валик, ты подпад освобождай быстрее. Да сейчас, видишь. Бог его знает. Идет же, знаешь? Бля, Ваня, не могу освободить подпад. Ваня, вот так. Такой же, да? Ну, оно не нормально. Ну ничего. Где маленький? Пробовали даже это. Поклевочку на камеру. Берет под лодкой, кидаешь вот так недалеко, он не берет. Кидаешь хер знает куда, понял? Вроде что. Может лежать каждый день по-другому. Да, вот наныл. Да, ну, уже там уже молит. Так он погубка. Давай, давай, да хороший, что ты там? Он такой, смысл дрикает. Мелочёски. Мелочёски. Видишь, как Валик берёт? За год эту резину. Хорошо взял, да. Он не берёт. Ну, грамм 700, что, нормально. Такой нормальный. Нормальный, да. Тихо, Миха. Миха, тихо. Тихо. Всё, ложи туда. А где он был? Че, пускай тут и будет. Под белым, а пусть так и лежит. Не, я имею в виду подхват. Что, покажи мне. Что тебе показать? Ну что, на масло шел. Масло есть. Бери подхват. Угу. Я успею. Подводи сюда. Удобненько, да? Угу. Натуралочку, да. Удобненько. На изика. Удобненько. Классно, конечно, короткий сарай. Да нет, что там хороший. А кушок за задницу. Сразу сидит. Ты закоси его, чтобы не помочь. Подложи. Нет, свали. Не знаю, что, блядь. Не щука, блядь. Тихо. Давай, Ваньки. Это хороший. Давай, Ваньки. Это пипец. Тихо. Пацаны, это... Так, смотри, это захватил. Слышишь, я такого еще не видал, пацаны. Давай взвесим. А есть весы? Конечно. Фу. Мы же блогеры. Ты шо, блин? Дуплет, короче, с Ваней. Этот, блин. Подожди. А я тебе говорю, что она висит. Антон 21. Да ты шо, блин? Так, тут стая стоит хорошая, надо ее дербенить. Меньше удивляйтесь.
Давай его взвесим. Давай взвесим. Полторушка законная. Давай взвесим ее. Пацаны, гляньте, бас. Я не знаю, сколько он весит. Да я тебе говорю, полтора. Отцеплюсь, да буду его. На вертушку. Валя, покажи приманку. Слышь, что-то у меня веса не включаются. Белая вертуха. Антон. Моя любимая. Да ты шо, это бас, нахуй. Я такого вообще не видал. Нет, ну я ловил кило 600. Кажешь, я достаточно так достал, да? Вот так достаточно. Здесь внимание. Бьет на силикон же. Там силиконом не твердишь. Она каждую проводку бьет. Ну у меня ни разу не ударил. Килограмм? Да не знаю. Ой, Жека.